Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша, и сегодня у меня видео релакс. И я хочу вам показать коллекцию очков. Начнем с таких. Это очень классные очки. Они стоят $2000, не меньше. Называются они Chrome Hertz. Давайте посмотрим детали. Очень качественные дужки, красивые. И померяем. Так, со всех сторон посмотрим, как они выглядят. Как вам такой стиль? Напишите. Это каплеобразные они называются. И здесь написано, выгравировано, что это Grand Best. Кодики Chrome Hertz, японская фирма, Япония производит. Так, следующее. Начнем с Тома Форда. Так выглядит коробочка от них. И посмотрим футляр. Со всех сторон. Такие красавчики. Они так как имиджевые создают впечатление, что бизнес-вумен. На деловую встречу можно прийти в офис в таких очках. То есть они, скорее всего, не против. Не от солнца, а для имиджа. Очень красивые, шикарные очки. Тоже Том Форд мне попадаются. Так выглядит. Внутри футляр, оружие, тряпочка специальная. Такие красавцы. Том Форд. Вы знаете, что факт о Том Форде, что в журнале Forbes он вошел. Том Форд является одним из самых красивых людей в мире. Признано это, международно признано. И третья пара, третья упаковочка с Томом Фордом. А, подождите, это уже были, да? Это имиджевый раз. Вот еще одни. С белыми дужками. Но они не совсем белые, а как будто цвет магнолия. Такие кошачьи. Красивые, классные очки. Тут вот эта известная буковка Т на дужке. И здесь, конечно, и гравировки, и все. Это итальянская, Made in Italy. И здесь вот эти вот гравировочки известные. И здесь металлическая, как выгравер. Не, не выгравирована, вставки металлические вот эти. Следующая фирма неизвестная. Кто? Напишите мне в комментариях, кто знает, что это за фирма. Стоят они примерно $300. Вот такие металлические выгравировки, вставки металлические, как елочки здесь. И написано, что это здесь это другой вообще фирмы. Оливер Пипл, Лос-Анджелес. Эти очки почти все приобретены в Америке, в Лос-Анджелесе. По-моему, может и нет. Такой красивый чехольчик у них.
этой коллекции. Такие вот супер чехлы Шанель. Кожаный чехол такой простроченный. И давайте посмотрим. Очень классные. Красивые. По-моему, эти очки мне больше всего идут. Больше всех они мне идут. Вот фирменный значок Шанель. Что это за очки? Дита. Называется фирма Дита, буква Д. Вот такой герб красивый. И здесь написано Дита, как будто выдавлено вот так вот. Так. Тоже они каплеобразные с металлическими вставками. Такие. Тут как кость сделана вот эта вот душка тоненькая. Следующие очки тоже Шанель. Вот такой футляр. Здесь фирменная камея Шанель. Здесь гравировочка Шанель. И очки, наверное, эти самые современные. Я думаю, что они куплены буквально недавно. Может быть, даже этим летом. Судя по дизайну, вот этот сейчас самый актуальный дизайн. Его используют все бренды. Такое граненое стекло без оправы. Много граней, как будто бриллианта граненый. И ну, качество шикарное на высоте. Ну, стиль такой. Градиент у них. Ну, напишите мне, вам нравится такой стиль. И последнее. Очки в таком бирюзовом чехле, точнее он не бирюзовый, а цвет тифани называется, тоже хром херц. Просто посмотрите, вот эти у меня самые любимые из этой коллекции, они самые шикарные. Здесь в стиле арт-деко переплетены разного цвета металлы. То есть здесь вот холодный цвет, то есть как серебряное или белое золото. А здесь теплое лимонное золото. И в стиле арт-деко вот эти вот все завитки, но они как-то называются. Очень красивые очки. Вот эти, наверное, самые красивые из всей коллекции. Короче, я с удовольствием бы такие себе хотела и носила бы. Мне идут, по-моему, да? Вот, и на этом заканчивается мое видео релакс. Пишите, точнее, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ждите мою скоро на днях, даже может завтра выйдет новое видео про супер тачки. Посмотрите. Приятного просмотра, хорошего настроения всем. Отдыхайте, расслабляйтесь, больше релакса получайте от жизни, кайфуйте, наслаждайтесь каждым моментом вашей жизни. Всем пока!